Чё? Так, на заброс давайте. Поджали. Вышли. По центру, защита. Только назад не кидай, ради бога. А чё, Роме не передает, что ли? Ну, во фланг, Ген, откройся ты. Блядь. Подающийся открывать свой фланг. Мне отдали туда. Так, Ген, на тебя. Подкидку к нему поближе. ЦАП и второй фору. Через дом, Коль. Ой-ой. Наген, давай. Красивый был бы. Сразу бороться. Как он меня? Хорош. Что-то у них вратарь это. Бить ему надо почаще. Так, ребят, назад. Защитники назад. Ген выше стань, да и все. Дальние. Сразу там боремся. Поджимаем. Впереди сразу их там херачим. Не давайте им вообще времени. Хорошо. Мне штрафная, дайте, пожалуйста. Так, туда, Гене. Ген, ближе к центру, встань. Еще. Вот так, все, стоп, отлично.
Вынос. Хорошо. На вынос, Макс. Ну, как бы на заброс. Что это было, блядь? Ну такой пас не должен был быть. Я причем так нормально выжил и видел оверба, он там один. Но директор Стаса Михайлова утверждает, что репортеров никто и пальцем не трогал. И видео это ерунда и поклёпки. Во-первых, сохраны у нас нет. Спокойно, спокойно. Ром, да что такое? Вылетел? Блядь. Тут что-то у тебя-то случилось и все. Так, ребят, блин, там бот. Вот там справа у меня. Что там делает? Коль с 11-м. Блядь! Ну, блядь, Максим, ну почему ты вот здесь не выходишь? Ну, блядь, ну он в штрафной стоит же, блядь, во вратарской, ёб твою мать. Ну почему назад-то мне паса нет, я не пойму. Чё там делает Ромин Бот, блядь, с правой стороны, я нихера не понимаю. Погоди, не выбрасывай. Богдан, не выбрасывай, стой, жди. Посмотри, Лёха, может, они фланги поменялись. Нет. Тебя не тянет? Тебя не тянет на левый фланг? Денис. Да, да, тянуло, сейчас я там появился. Блин, может право. Хорош. Значит, наверное, я нечаянно менять фланги нажал, что. А нападающие вас не тусуют? Ген, что за розыгрыши такие новые? Ну мне назад, а да, я тебе же два раза сказал, на заброс. Ген, я говорил на заброс, оба раза говорил. А когда на заброс, я вниз отхожу всегда. Ну что, тебе новость что ли какая-то?
на тренировках больше. Сейчас я это. Сейчас попробую. Бля, теперь еще и все. Ну! Хорош, бля, бот. Навес. Блять, какой-то он левый. Вроде ранний навес. Спокойно. Коля, если там будут жесткие лаги, лучше выйдет тогда. Пиздец, что это такое? Сейчас попробовал менять фланги сделать. Должно на место, по идее, тебя поставить. Богдан, самбо, они от тебя отступились там, блядь. Такой коридорчик образовался. Пошел бы, сам добробил. Ах, блядь. Макс, иди то, что... Коль, ты не уходи, Коль, нет. Только не подходи, там будет. Были у
Не торопись, Артём. Чё не по флангу-то, бля? Ой, Макс, блядь, охуеть. Молодец. Макс, красава. Коль ниже уже надо было быть. Давайте, ребят, давайте пилим. Если видишь, что тебя не накрывает, не торопись в касание играть. Я послушаю тебя. Не. А, там Рома, блин. Понятно. Давайте, ребятки, пошли. Аккуратней, ну как, ну блядь. Ну заебись, ну зачем? Ладно, неплохо играли на самом деле, блядь. Ну, не повезло. Да, 0-1. У нас владение лучше, ударов больше, блядь, отборов больше. И точность пасов, бог. Мы везде, блядь, лучше по статистике, только проебываем, блядь. Проебали. Когда это кончится уже, а, блядь? Что пиздел больше всего?